Уважаемые коллеги, сегодняшний последний звонок для многих наших школьников, педагогов, родителей, к сожалению, омрачен тем, что наш коллега Смолин называет безобразием из трех букв единым госэкзаменом. Но именно он от имени нашей фракции сделал подарок выпускникам. Как известно, вчерашний бой на «Эхо Москвы», на который Олега Николаевича Смолина вызвал лидер ЛДПР Жириновский, закончился разгромным счетом. 83% на 17 радиослушателей поддержали позицию Олега Николаевича Смолина, который выступил против единого госэкзамена. Поэтому все высказывания Владимира Вольфовича сегодня выглядят просто как неуклюжее оправдание и перекладывание, так сказать, вины, обвинения в коррупции, в коррумпированности тех людей, которые выступают против единого госэкзамена. Вот эта позиция и поддержка большей части общественности еще раз говорит о неправомерных шагах нашего министерства и подтверждает правильность тех, наверное, той позиции...